Всем-всем привет! Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И сегодня у нас с вами будет распаковочка вот такого вот чудесного наборчика японской компании Эпош Сильвания Фэмилис. Скорее всего, это какие-нибудь Persian Cat Twins. Или иными словами, персидские кошечки-двойняшки. Это так миленько. Ну что ж, я предлагаю приступить к их распаковочке. Мне уже не терпится, потому что у них есть какой-то секретный плюс, который вы скоро узнаете. Так, я уже сняла скотч с упаковки. И... пам-пам-пам! Вау! Я скоро до них дотронусь. Они полностью покрыты ворсом. Даже тело. Так, storybook. На японском. Сейчас узнаете, что у них такого. Во-первых, что они должны делать, кататься на проводике, это уже ясно. Вау! Его можно нагружать различными кубиками. Как на этой картинке. Ребятишки могут из них строить пирамидки. Из кубиков я имею в виду. Но не из проводиков же. И даже вот такую вот крепость. А также раскидать их по всей комнате, настроив 1000 прекрасных зданий. И их имена, которые мне, к сожалению, непонятны, потому что книга-то у нас на японском. А, вот смотрите-ка, показано, как присоединять паровозик к машинке. У меня, к сожалению, нет машинки, только паровозик. Вот он сам паровозик, голубой и шикарный. А, смотрите, вот тут вот так сперва, потом пам-пам-пам, и присоединяется он к чему-то у нас. Я думаю, что ко второму проводчику тоже с легкостью может присоединиться. И посмотрите на его лапки, вы только поглядите на это. Что с ним? Вот что мне с ним делать? Вы мне скажите, это вообще нормально? Просто нет слов. Так, и следующий у нас второй котеночек. Он такой темно-серый, такой клевый. Они оба такие милашки. Тепути. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. И не забудь подписаться на канал Мила и Милые Увлечения. И всем пока. Пока-пока.